Дякую, що залишаєтеся на цьому каналі. Ви дивитесь Live Studio, мене звати Євген Салтан, я вас вітаю. Мінфін закінчив перемовини з МВФ щодо бюджету 2021. У відомстві повідомляють, що ці перемовини були успішними. Так чи це ні, говоримо найближчі півгодини разом з нашим гостем. Сергій Якубовський, доктор економічних наук. Я вас вітаю. Добрий вечір. І закликаю долучатися до нашого ефіру глядачів сьомого каналу. Ви бачите кілька телефонів, є номер вайберу. Що ви думаєте про співпрацю України з МВФ? Чи треба нам ці транші, чи ні? Пишіть або дзвоніть, будемо цікавитися і вашою думкою. Пане Сергію, швидше за все, до кінця цього року Україна залишиться без траншу МВФ, на який ми так довго чекали. Ну, я думаю, что особо мы не ждали денег МВФ, денег в бюджете хватало до последнего момента, сейчас, да, возникли проблемы, но это не связано с тем, что МВФ не дал денег, просто вот, очень много денег потратили на различные проекты, там, в том числе Велике будівництво, президента, да, ну, на COVID как раз меньше денег пошло, чем на ремонт дорог. И сейчас есть определенные проблемы, опять-таки это не связано с МВФ. Но мы заметили, что позиция МВФ по отношению к Украине изменилась. И если, в общем-то, было сложно ожидать начала переговоров касательно бюджета, тем более, что интересно, бюджета-то в Украине на 2021 год нет. У нас есть только проект бюджета, который подан Верховную Раду, но он еще не утвержден. При этом, какой будет бюджет, сказать сложно. Несколько дней назад президент Украины выступил с достаточно оригинальной инициативой, и он предложил непосредственно оказывать помощь представителям малого и среднего бизнеса, выделить по 8 тысяч гривен практически всем тем, кто захочет получить эти деньги. Плюс еще одна инициатива президента – это в случае с небольшой налоговый долг, есть у предпринимателей перед государством, то тоже разрешить не выплачивать этот налоговый долг. А вы сами понимаете, если президент такое сказал, даже те, у кого налогового долга нет, решат, что подождите. Но если будут прощать долги, если президент, вот, в общем-то, готов понравиться малому и среднему бизнесу, зачем нам платить? Да пусть будет долг. Что-то простят, что-то заплатим. Ну, поэтому есть определенные угрозы для бюджета на следующий год. Ося допомога 8 тысяч от Зеленского, там загальний фонд 10 миллиардов гривень. Потянет наш бюджет? Ну, для нашего бюджета это не проблема. Потому что если сложно найти деньги на там, социальные проекты, либо на помощь медицинским учреждениям, то на те проекты, которые нравятся президенту, например, только Велике будівництво, да, 80 мільярдів гривень знайшли, вже потратили. Поэтому из этих 80 мільярдів, если там 10% либо 15% пойде не крупному бизнесу, который получает деньги на строительство дорог, а непосредственно представителям малого и среднего бизнеса, то это будет хорошо. На самом деле так и надо тратить деньги, потому что вот тот же Автодор заявил, да, вот 80 мільярдів он получил, из них только 5% это заработная плата. То 95% было распределено между различными бизнес-структурами, а 5% получили люди. Дивіться, питання в тому, чому лише зараз може бути ось ця допомога за час карантину, малий, середній бізнес багато втратив? Ну, я так понимаю, что президент отреагировал на результаты местных выборов. То есть он рассчитывал, что его масштабное строительство дорог сыграет свою роль. Но опять-таки, несколько крупных компаний получили эти деньги, и только 5% получили люди. И то, я думаю, что эти 5% неравномерно были распределены. Поэтому кто-то подсказал президенту, давайте работать непосредственно с миллионом предпринимателей, дадим им по 8 тысяч гривен. Это будет масштабная поддержка, особенно сейчас, когда, вот, вы знаете, и ваш канал правильно делает, что освещает протесты предпринимателей касательно очень странного там локдауна выходного дня, такой, да, вот ноу-хау. Чи був він ефективним? Тут дуже ну, таке да. Особенно учитывая, что люди вышли протестовать, там собрались большими группами и как бы карантинные ограничения. А ось дивіться, зараз Олександр Ткаченко, міністр культури, пропонує ввести новорічний локдаун. А Арсен Аваков пропонує на 4 тижні запровадити повний карантин. Ну, знаєте, я би все-таки
предложил, особенно Арсену Авакову, проверить, как выполняются те нормы, которые действовали, например, летом. Да, вот, во многих городах в той же Одессе эти санитарные нормы не выполнялись, и были переполнены ночные клубы и так далее. То есть давайте начнем выполнять те ограничения, которые были еще летом, и проверим, может быть, этих ограничений хватит. Не надо вот все закрывать на замки, а просто постараться сделать так, чтобы люди выполняли те правила, разумные правила, которые были, которые существовали в Украине летом. Они были взяты по примеру Европейского Союза. А у нас проблема в том, что их не выполняли. И когда не выполняются разумные правила, говорят, давайте мы все закроем, и тогда будет надежда. Я буду трохи заперечувати в інших містах, тому що влітку подорожував іншими містами нашої країни, там дійсно дотримувалися карантинних вимог. Що не скажеш про Одесу? Знаєте, я от видел фотографії нашого президента, который от ходив в кафе, которые должны были быть закрыты. То есть, это не в Одессе было, он там где-то в каком-то из городов небольших тоже пошел с своим окружением, без масок. То есть, я не уверен, что вот реально все выполнялось. Хотя в Одессе, да, это пример того, что вообще ничего не выполнялось. Но опять-таки, Аваков тогда был министром внутренних дел. Почему? Или он не знал, или он не смотрел «Седьмой канал» и не знал, что творится в Одессе. Тогда как бы он... А хіба тут лише питання до самого Авакова? Ну, я думаю, что да, потому что все-таки структура МВД, она достаточно жестко вертикально интегрирована, и министр внутренних дел, он огромный играють роль в діяльності обласних управлінь. Правоохоронці більше мають виконувати функцію ловити злочинців, а не бігати за тими, хто ходить без масок. Я согласен з вами, но понимаете, были такі мероприятия, как День города, либо вот открытые... Але тут, передусім, мені здається, все ж таки питання до тих, хто сидить на Думській один, хто вирішив влаштувати це. Я с вами полностью согласен, но наверняка были определенные переговоры с представителями силовых структур, потому что если бы это все закончилось уголовным делом, и, например, нынешнего мэра не допустили бы из-за этого к выборам, то я думаю, он бы подумал и решил, нет, давайте все-таки ограничимся какими-то меньшими по объему, по размерам мероприятиям, чтобы не получить там проблемы, чтобы не возникло проблем. Значит, он знал, что ничего не будет, и так и произошло. Поэтому вот говорить о полном закрытии, знаете, работают школы. Многие университеты перешли опять на очное образование. Почему-то вот на это не обращают внимания. А вот если какое-то небольшое кафе будет открыто, опять-таки соблюдение норм, опять-таки, если нарушается норма, пожалуйста, да, штрафуйте представителей бизнеса. Но если работает честно, я уверен, что большая часть, особенно малого и среднего бизнеса, они готовы работать честно. Это небольшие кафе, небольшие пекарни. Если там 2-3 человека попьют кофе, ну не вижу я здесь реальной проблемы для ситуации в целом в Украине. А вот если всех закрыть, то опять-таки кто будет иметь возможности как-то вот работать, те будут работать. А вот для картинки по центральному каналу кого-то будут штрафовать. Поэтому здесь, мне кажется, это все-таки неправильно все закрывать, потому что у нас не срабатывают меры. Значит, надо подумать так, как сделать так, чтобы они работали. В тих закладах харчування, в яких буваю я, там дійсно дотримуються карантинних вимог, працівники в масках просять відвідувачів одягати маски. Є такі, а є наоборот, хто не соблюдає, розумієте? Так краще штрафувати тих, хто не соблюдає, реально. Але взяти, дивіться, громадський транспорт, да. Маршрутні таксі. Взагалі ж ніякого впливу на них немає. Да, а дуже може бути легке влияние. Що потрібно зробити? Просто штрафувати, причому не водителі, да? А непосредственно хазяїв маршрутів. І все, повірте мені, якщо бізнесмен получит хороший штраф, то он заставит и водителей, и всех остальных соблюдать правила. И так должно быть, понимаете? Потому что если не соблюдаются правила в общественном транспорте, то закрытое кафе, где собирается 3, 4, 5 человек, небольшое кафе. Опять-таки, это небольшой ресторан, где, я согласен, да, вот большое скопление людей не должно быть. Но вот те требования, которые сейчас есть, до 20 человек, пусть будет до 10 человек. Ну, 10 человек в просторном залі, я думаю, що не создадуть проблеми, якщо там попросити, щоб люди швидко там, щоб поїхали. Знаєте, якщо штрафувати перевізника, мені здається, він потім цю ж суму візьме свого водія. Ну, якщо він так зробить, то тут якраз Аваков должен вмішатися і реально зробити так, щоб не пострадали люди, які, в общем-то, не винуваті в тому, що з них требується якийсь великий об'єм денег. Каждый день. Ведь изменилась ситуация там, в марте, апреле года, когда, да, можно было перевозить людей, но вот были ограничения. Был там март, апрель. И тогда же как-то вот хозяева маршрута смирились с тем, что объем выручки снизится. Так давайте попросим их или заставим их сделать то же самое сейчас.
И тут речь идет о деньгах, а штрафы — это самый лучший способ. Но опять-таки не простых водителей, а вот именно тех, которые отвечают в целом за функционирование маршрута. Мне кажется, это дуже складна процедура и легше. Ну, а легче, да, вот вы правы. Поэтому выбрали самый простой способ. Давайте мы закроем, давайте мы вообще не дадим никому работать, но это не выход. Это не выход, потому что... Хоча зараз, згідно нового закону, штрафуються тих людей, які без масок знаходяться в громадському. І це правильно. Це, кстати, правильно. Думаю, що це должно сработать. Если это действительно будет справедливо работать, вот... Пока по телевизору показывают эти случаи, что там штрафуют, но увидим. Я в Одессе ни разу этого не видел. Я не знаю, вы как журналист, наверное, видели, кого штрафуют. Если действительно это будет справедливо... Статистика есть, тогда... а сам особисто я не бачу. Да. То есть статистики... если это начнет работать, потому что в Европе точно так же поступают. В июне в Берлине никто не ездил с масками. Ввели штрафы, через день начали ездить. То есть это нормальная психология человека. Штрафуют, и это правильно, потому что в общественном транспорте... Я думаю, что нужно вот здесь максимальное внимание должно быть уделено именно общественному транспорту, потому что это, я думаю, что один из очагов распространения эпидемии. Абсолютно погоджуюсь. Давайте до нашої дискусії долучимо доктора економічних наук. З нами телефоном Олексій Полотников. Олексій, вітаємо вас. Доброго дня. А передусім хотілося поцікавитися вашої думки стосовно цієї компенсації у розмірі 8 тисяч гривень від Зеленського. Наскільки ця сума дійсно може допомогти тим людям, які зможуть залишитися без роботи? Зрозуміло, це скоріше за все така символічна компенсація, тобто начебто держава щось дала, щоб ніхто не казав, що Сполучені Штати там видають $1000, Євросоюз там видає якісь інші суми, там якісь вагомі пільги. Ну, а Україна не може, щоб щось не видавати. Ось видають 8 тисяч гривень. Хоча реально для реального бізнесу, для того, хто живе цим, хто розуміє, що 8 тисяч гривень, що, знову ж таки, це для того, щоб сказати, що ось влада допомогла бізнесменам. Але реальність цієї допомоги, реальність вкрай сумна. Так, і щодо співпраці з МВФ, я так розумію, що швидше за все траншу до кінця цього року у нас не буде. До кінця цього року не буде, це вже, ну, тут всі розуміють, тому що зараз починається грудень, у нас не було місії, у нас досить складні відносини в цілому з МВФ, але... На сьогодні те, що ми знаємо, тут є певні рухи вперед, тому що Міжнародний валютний фонд дивився на показники бюджету. Він запропонував Кабінету міністрів знизити дефіцит з 6 там, до 5,3%. Це начебто небагато, але знову ж таки це кудись треба діти 30 мільярдів гривень з витратної частини державного бюджету. Далі пообіцяли МВФу реалізованість прогнозу ВВП на наступний рік. Тобто до цього дня і Національний банк, і Кабінет міністрів ставив зростання 4,6. Ну, зрозуміло, що не буде. Можливо, там буде 1 чи біля 1% буде коливання. І те, що завжди робить Міжнародний валютний фонд, він досить жорстко поставив питання про те, що не буде зростати мінімальна заробітна плата, як це передбачалося. Тобто, з цієї точки зору, ну що, я думаю, що бюджетні вимоги МВФ, вони задоволені. Що стосується інших вимог, це питання, яке чи то буде, чи то не буде. Але я думаю, що якщо ось цей бюджет буде прийнятий до нового року, якщо там будуть певні запевняння, що і по позиціям щодо антикорупційного контролю, по електронним деклараціям, по всьому іншому, якщо будуть запевнення української влади, що все буде гаразд, я думаю, що реально десь після різдвяних канікул, після десь кінець січня, початок лютого, можливо, приїде місія і, можливо, будуть вести мову про те, що прийде черговий транш. Ось те, що ми можемо зараз прогнозувати. Але ж нам на початку наступного року треба вже борги віддавати. Якщо не буде траншу, то де брати кошти?
Ви знаєте, у нас бюджет фактично бюджет віддавання зовнішніх боргів. Тобто у нас бюджет це не там не соціальний, не розвитку, нічого іншого. Тому я думаю, що ну без цього траншу та поки зможуть віддати, там щось переорієнтують якось по-іншому. Але в принципі тут треба про щось думати. Тут думати, по-перше, про те, що якось стимулювати зростання, це мало реалістично. Тут треба думати про те, щоб, можливо, починати переговори про реструктуризацію з зовнішніми кредиторами, тобто відтермінування, інші умови, в інші терміни. Ну і, можливо, все ж таки дивитися на якісь інші партнери, не виключно на партнерів Міжнародний валютний фонд чи Євросоюз. Можливо, в інших частинах світу можна знайти партнерів, в тому числі і фінансових. Але, знову ж таки, тут питань дуже багато, це питання скоріше політичні, це питання до влади, до орієнтирів, до їх декларації, ніж до того, що зробити в інтересах української держави. І як щодо збільшення мінімальної зарплатні у 2021 році до 6,5 тисяч, я так, виходячи з ваших слів, прогнозую, що його не буде? Терміновано до грудня 2021 року. Тобто, скоріше за все, 6,5 буде вже з 2022 року, з 1 січня 2022 року. Тобто, в 2021 році 6,5 не буде, але там буде скільки? Там буде 6,0 чи ось якесь там не, дуже незначне, можливо, зростання, але до того, що було широко розрекламовано про 6,5, в 2021 році цього вже не буде. Дякую, Олексію. Спасибі, що долучилися до нашої дискусії. Олексій Плотніков, доктор економічних наук, був з нами телефоном. Почули його економічні прогнози щодо співпраці з МВФ і щодо підвищення мінімальної зарплатні. Як ви погоджуєтесь з тим, що не слід чекати підвищення до позначки 6,5 тисяч у 21-му, швидше за все це буде вже у 22-му? Да, ну, во-первых, хотел сказать, что с огромным уважением отношусь к Алексею Плотникову. Это действительно экономист, который разбирается и в мировой экономике, и в экономике Украины. И я, вот, честно говоря, надеялся, что вот когда у нас поменялась полтора года назад власть в Украине, что такие люди, как Плотников, будут управлять экономикой, и это было бы очень хорошо. К сожалению, пока такие люди вот дают комментарии седьмому каналу. Это тоже хорошо для седьмого канала, для телезрителей. Теперь касательно минимальной зарплаты, я думаю, что вот что будет сделано. Ну, знаете, Зеленский объявил, поэтому он вряд ли отойдет от своего обещания, но 6,5 будет, например, с 1 декабря 2020 года, да? То есть не с 1 июля, как он обещал, а с 1 декабря, но все равно будет сказано, что вот мы в 2021 году выполним обещание, будет 6,5. То есть где-то в конце 2021 года, я так думаю. Теперь дальше, по поводу кредита МВФ. Вот не зря мы уже говорили о том, что вот начались интенсивные переговоры, и это связано с тем, что Америка меняется. Скорее всего, по-моему, 21 января в США появится новый президент Джо Байден, который является большим другом Украины. Мало того, он в долгу перед нынешним президентом Зеленским. Почему? Потому что где-то год назад был очень серьезный скандал, когда нынешний президент Дональд Трамп позвонил Зеленскому, в общем-то требовал, чтобы в Украине возобновили уголовное дело касательно сына президента, будущего президента США, бывшего вице-президента Джо Байдена. И Зеленский, я не знаю, откуда он набрался смелости, скорее всего, он консультировался с теми людьми, которые поддерживают его в США. Это демократическая партия, это большинство в Конгрессе и в Сенате, которые не любили откровенно Трампа. И, в общем-то, я думаю, что вот победа Байдена, ее благоприятно восприняли даже республиканцы, хоть формально они были за Трампа. И вот Зеленский выстоял. И, может быть, это одна из причин, почему Байден стал президентом США, потому что если бы начали раскапывать компанию Бурисма и все остальное, ну, как любой украинский бизнес, особенно связанный там с природными ископаемыми, с газом, то я думаю, что эта компания не отличалась от других, но вот Украина, руководство Украины не дали
відкрити заново головне діло. Поэтому, можливо, я думаю, прорахували певні варіанти. Ну, я не думаю, що вони способні такі варіанти розчитувати. Просто є лобі в США проукраїнське, які сказали, що краще не йти на поводу у Трампа, все одно Трамп проіграє вибори, а Байден поможет. И я уверен, что Байден поможет. Поэтому, вот как сказал Алексей Плотников, действительно, в феврале, в марте, я думаю, что мы получим транш. И будут достаточно льготные условия, потому что МВФ – это все-таки организация, которая находится в Вашингтоне. И роль Соединенных Штатов в принятии решения фонда, она огромна. Она огромна. В общем-то, кому помогают Соединенные Штаты, тому помогает МВФ. Поэтому деньги мы получим, но действительно бюджет будет крайне сложный. И опять-таки я согласен с Алексеем Витальевичем Плотниковым, что у нас самая главная статья бюджета – это не пенсионный фонд, это не те 8 миллиардов, это где-то 600-700 миллиардов, которые мы отдаем из наших денег, погашая долги предыдущих президентов и предыдущих премьер-министров. Понимаете? Вот в этом проблема. Поэтому нужно честно сказать, что мы находимся в кризисе. Эти 8 миллиардов или 10 миллиардов, что там дадут по 8 тысяч гривен, они ситуацию не изменят. Поэтому Украина должна заявить нашим кредиторам о том, что, извините, давайте хотя бы там 50% мы выплачиваем сейчас, 50% в будущем, потому что, опять-таки, больше практически половина бюджета выходит на возврат долгов и реально в такой ситуации... Еще можно надруковать кошти, как пропонуют. Ну, это самый страшный вариант, и я боюсь, что этот вариант рассматривается, да, в руководстве страны, потому что если начнут печатать гривни, а то, что сейчас происходит, вот реально у нас действительно сейчас прекратилось финансирование незащищенных статей бюджета. Министерство финансов вчера достаточно успешно разместило государственные облигации, но кто их покупает? Это в основном банки, которые потом депонируют их в Национальном банке и получают обратно деньги. То есть сейчас уже запущен печатный станок. Пока умеренно. Но если будут больше печатать гривни, то это будет давление на валютный курс. А вы же понимаете, что если будет девальвация гривни, то вслед за этим цены практически на все вырастут, особенно вот на импортные товары. И вслед за этим за этими товарами будет рост и цен на другие товары. И от этого пострадает малообеспеченная часть населения Украины, которых, к сожалению, большинство. Поэтому я надеюсь, что этот сценарий не будет реализован. Лучше уж кредит МВФ, чем печатать гривни с последующей девальвацией и с последующим обнищанием еще большим населения. Но такой дзвінок, вариант не исключен. У нас есть звонок глядача, мы витаем, как вас звати. Меня зовут Людмила Александровна. Так, пані Людмила, кажіть. Знаете, я вот сейчас говорили за маршрутки, за маски, все говорили, текст закрыть надо, это самое. Вот я въехала на работу, да, говорю, например, остановите в маршрутке, остановите, пожалуйста, на Ольгиевской. Водитель поехал дальше. Я говорю, я же прошу остановку. А он говорит, натянула маску и бубонит себе под нос. Как это понять? Дякую, спасибо за ваш дзвінок. Як ви прокоментуєте? Ну, к сожалению, не все те услуги, которые обязаны быть оказаны качественно населению, они оказываются, да? Можно привести другие примеры, когда в час пик эти маршрутки забиты просто людьми в условиях эпидемии. Это страшная ситуация. Но, опять-таки, правоохранительный орган не реагирует на это. І раз нет реакції правоохоронних органів, то я так розумію, що нарушення будуть екіпаж до кожного маршрутки. Ні, це просто два чоловіка, які будуть просто утром їздити маршрутку. Але ж там не тільки правоохоронці можуть складати адмінпротокол, ще й працівники державної санітарної служби. І я їх теж можу розкритикувати дуже сильно, тому що да, і вони повинні працювати. Но понимаете, государственная санитарная служба, вот мне сложно вообще понять, как она функционирует в Украине, да? У нас есть главный санитарный врач, который там весной очень так громко заявлял о том, что он знает, какой должен быть карантин, а потом через какое-то время сказал, что мы хотели просто припугнуть население. Да? Вот. Стосовно прогулянки у парку. Да. Ну вот когда кто-то из главных людей в Украине просто хочет, в стране любой, напугать население, то на следующий день
он подает в отставку. А если нет, то через день его просто выгоняют. Да? Тогда человек шутит и пугает население просто так, потому что ему интересно, как это получится. Это его нужно выгонять. В Украине он до сих пор остался. Да? Нынешний министр здравоохранения, ну вот он говорит одно о том, что все хорошо, хватает мест, там 50% коек свободных, да, а та же Катя Нажевникова рассказала совершенно другую картину, да. А я верю больше Нажевниковой, чем нашему министру. Потому что она каждый день спілкується. Да, потому что она, и я верю, что она говорит правду. То есть, когда вот, знаете, вот наверху ложь, а совершенно противоположная ситуация на местах, то просто вот не верю этим людям в Киеве, которые находятся, и которые откровенно лгут. Щодо траншу, якщо його не буде на початку наступного року, ось Олексій Плотніков каже, що, можливо, будемо шукати десь в інших місцях. Хто нам може ще запозичити? Ну, ще раз, розумієте, опять-таки, проблема не буде, якщо не буде траншу. Але мені цікаво, що буде з бюджетом. Опять-таки, от обіцяння Зеленського по поводу дополнительних виплат представителям малого і середнього бізнесу. Прощення долгів по оплаті налогів. Потом, и я так слышал, что он хочет продолжать свое великое строительство, то есть опять и туда деньги будут выделяться. Поэтому может просто возникнуть ситуация, что расходы будут такие большие, что вот без, извините, печатания гривни, как вы сказали, не обойтись. Конечно, правильно диверсифицировать заемные ресурсы, и опять же таки Плотников сказал правильно, надо искать, я понимаю, что он имел в виду там Ближний Восток, страны Юго-Восточной Азии, тот же Китай, у них действительно очень много денег, особенно сейчас, когда экономики Европы, США находятся в рецессии, а тот же Китай, он только один квартал 2020 года был в рецессии, а сейчас экономический рост, то есть у них есть ресурсы, и это, в принципе, неплохая идея. Но для этого нужно выполнять их требования. Одно из требований Китая – это открыть Украину для китайских инвестиций, что тоже неплохо, потому что если иностранный инвестор выполняет законодательство Украины, пусть работает, но, опять же, есть местный бизнес, есть крупный местный бизнес, кто говорит, зачем нам китайцы, мы все сами можем контролировать, зачем нам конкуренция. То есть здесь нужны экономические реформы. Але к сожалению, коли их нет. Конкуренция, от этого и будет зростати якість. Правильно, вы абсолютно правы. То есть любая экономика выигрывает, когда она открывает границы для иностранных инвестиций, для реальных иностранных инвестиций. Так сделали страны Центральной и Восточной Европы, когда они в 90-м году перешли на рыночные пути развития, сказали, извините, у нас есть промышленность, но если немцы могут выпускать лучшие автомобили, чем мы, чехи, то пусть лучше немцы нашу «Шкоду» покупают, и теперь «Шкода» один из лучших автомобилей в мире и в Европе. Да? А если бы они продолжали вот выпускать на своем оборудовании «Шкоду», то было бы то же самое, что с нашим «Запорожцем». Понимаете? Поэтому это правильно, но тут нужно принять политическое решение. Именно президент сказать, извините, вот я уже почти 2 года президент, я рассчитывал на местный бизнес, на олигархов, но ситуация в экономике сложная, дефицит бюджета, поэтому пусть приходят иностранные инвесторы, пусть создают новые производства, пусть платят налоги в Украине, и это самый лучший способ наполнения бюджета, потому что займы, их нужно отдавать. Но вот хотя бы первые несколько лет действительно можно было бы вместе с иностранными инвестициями получать займы и от правительств этих стран, потому что правительство будет заинтересовано в том, чтобы их бизнес расширялся за счет Украины. Я думаю, что там 5, 10, 15 миллиардов долларов можно было бы получить и компенсировать дефицит бюджета. Но вместе с иностранными инвестициями, что даст потом экономический рост, там не 1-2%, а реально 5, 7, 10, как было в Китае. Вот это был бы правильный план. Но не знаю, может, он чересчур сложный для нынешнего президента. Можливо, почует ваши слова. Может быть, если он смотрит 7-й канал, значит, не все так плохо. Киев и дивляться 7-й канал. Да. Щодо курсу доллара, який може бути закладений на наступний рік в бюджеті? Я не думаю, что это играет какое-то значение, потому что последние годы был заложен один курс, в реальности был другой. По большому счету... А це было 29.30, так? Да, было, да. Потом до сих пор у нас курс гривни выше, чем вот это 29.30. Поэтому я думаю, что вот где-то вот эти 29.30, они останутся и на следующий год ориентировочно. Но у нас было в прошлом, когда закладывался один курс, потом была резкая девальвация, и курс превышал эти нормы. Это всего лишь какой-то индикатор, ну, на основании которого там считают импортные платежи. То есть он как-то влияет, но правительство не обязано придерживаться этого курса, тем более оно, в общем-то, никак не влияет на курс. Это Национальный банк. Поэтому пока я не вижу причин для
резкой девальвации гривни. Скорее всего, вот февраль-март мы получим кредит МВФ, может быть, там и Америка поможет, и Европейский Союз. Но если дальше наши выплаты по долгу будут расти, а расходы на различные проекты гигантские с сомнительной эффективностью тоже будут расти, то, как вы предположили, могут включить печатный станок. И это самое страшное, потому что финансовая стабильность будет нарушена, население опять бросится покупать иностранную валюту, резко возрастет спрос на иностранную валюту. То есть тут начнется очередная девальвация. Давайте пока еще мы будем прогнозировать. Пока условий нет, но вот если начнут печатать гривню, то тогда можна смело читати, що наш прогноз. Хоча Мілованов пропонував там небагато надрукувати, кілька мільярдів гривень. Кілька мільярдів і так печатається. Це кілька мільярдів, але якщо це буде речі о сотнях мільярдах, то ні, да. Сама мова йшла про декілька мільярдів на допомогу малому і середньому. Смотрите, да? Ми сьогодні вже говорили, адресна допомога. От чим хороша адресна допомога? 20 секунд. Да. Вот даже эти 8 миллиардов принесут больше пользы, чем 80 крупному бизнесу. Почему? Потому что это получит миллион человек, он возьмет те деньги, пойдет в магазин, что-то купит конкретно, это будет спрос на национальную продукцию и так далее. Поэтому адресная помощь очень хороша. Жалко только, что она небольшая по сравнению с крупной помощью крупному бизнесу. А адресная помощь, ее должно быть больше и больше. Я дякую вам. Сергій Якубовський, доктор економічних наук, був гостем цієї інформаційної години. Мене звати Євген Салтан. Далі вже зі свіжим випуском нових.